Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео у нас только информационный характер. И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своими результатами. Сегодня речь пойдет о паровозе «Призм», о баунти-программе, где я приняла участие. Значит, если мы нажмем вот сюда, мы попадем, нас перебросит на страничку. И здесь у нас как бы баунти-программа. Можно участвовать и зарабатывать как бы монеты. Значит, первое. Лучший недельный видеоролик до 28 марта, друзья. Можно принять участие. Второе. Вознаграждение за приглашение в паровоз «Призм». Ежемесячная акция. Третье. Вот здесь раньше было Инстаграм. Вот. И мой Инстаграм. Вот мои посты. Вот пост, вот пост. Так, еще. Вот еще пост. Так, кошелек. А, вот еще пост. 1, 2, 3, 4, 5. 5 на 5, 25. Вот это уже все, это уже акция, это уже в марте месяце я делала. Они уже не принимают. И мне 5 на 5, 25 монеток начислили, друзья. Вот я создала новый кошелек абсолютно с нуля. И мне прибыли мои монетки. 25 монет. Вот. Абсолютно без вложений, за баунти программу, все, я довольна. Вот теперь у них, друзья, в Одноклассниках проводится баунти программа значит, берем любой пост из нашей официальной группы и делаем репост к себе на страницу с текстом о криптовалюте «Призм». Так. И тут описывается, что нужно делать. И в пост нужно обязательно вставить вот эти хэштеги. Вот. И у меня, я писала видео об этом, друзья. Потом я это видео удалила. У меня было много просмотров. И пришлось его все удалить. Почему? Потому что мне за этот пост я выложила... Я выложила два поста, сделала как бы все, как здесь говорится, не подряд, а там я свои посты, сейчас я вам все покажу. Мне удалили страничку. Вот, аккаунт удален, вообще его нет. Ну, я начала писать техподдержку. Вот это, кстати, мой основной кошелек, это уже другой. Так, Одноклассники. Вот, это я сейчас писала, переписываюсь с поддержкой. Все это из-за баунти программы. Ну вот, давайте по порядочку. Удалили мне страничку, я в поддержку. Я не Марат Козей, молчать не буду. Они попросили все мои данные. Вот, я им все отправила. Далее попросили мою фотографию с руками, чтобы у меня на руках был мой... этот, как его, ноутбук, фотографию на фоне вот этих одноклассников, они дали мне ссылку. Ну ладно, меня сын сфотографировал, все, я им отправила, начала я делать, ну ладно, у меня пост один сохранили, один удалили, дали мне доступ, и я сделала еще посты. Сейчас покажу. Елена Смирнова, моя страничка. И покажу переписку с поддержкой. Это вот мой пост. Это сегодня я сделала. Репост, как бы, все. Так, это вот я делала картинку, опубликовала. Потом еще картинку, типа того. Вот этот пост они мне удалили. Потому что здесь 0 лайков. Первый пост они мне не удаляли. Вот этот пост я сначала... Вот у меня уже набрал 20 лайков, но там минимум надо 15 лайков. Надеюсь, они его не тронут. Этот пост они мне сейчас восстановили.
Вот буквально сейчас вот я переписывалась с поддержкой, потому что я сегодня захожу, поста моего нет. И вот хэштеги поставлены, да, вот как бы. Потом вот этот я сегодня сделала. Но это уже, потому что одинаковый текст, как бы, наверное, он не подойдет. Далее давайте пойдем теперь в мои сообщения. Служба поддержки. Вот я общалась. Пошла опять писать в поддержку. Я им написала: здравствуйте, почему вы удаляете мои посты на моей странице? Я спамом не занимаюсь. Дальше своей страницы никуда не хожу. В посте нет никаких ссылок, только один хэштег. Я не понимаю, в чем проблема. Ни одна соцсеть так не поступает. Здесь вообще ничего публиковать нельзя. Вчера сделала репост, сегодня его нет. Он удален. Прикрепляя пример поста, я им ссылочку оставила, ну, загрузила фотографию поста своего, и вот мне ответили. Для искоренения случаев мошенничества на нашем сайте запрещены любые предложения заработка в сети интернет, поэтому ваши статусы удаляются с системы сайта. Я никому ничего не предлагаю, просто сделала репост. Да, на своей странице. Я никому не хожу по друзьям, не спамлю. Так, на что? В любом случае, даже репост темы или заметки, содержащие такую информацию, это нарушение. Ну, я ведь на своей странице ничего не навязываю, это несправедливо. У меня много соцсетей, но ни одна соцсеть такого себе не позволяет. И что вот служба? В качестве исключения пост был восстановлен. Рекомендую внимательно относиться к содержанию заметок, которые вы репостите. Я спасибо. Пожалуйста, если у вас другие вопросы, я написала. У меня просьба, оставьте мою страницу в покое. Так, и вот сейчас мне ответ пришел. Большую часть контента проверяет система нашего сайта. Если она обнаруживает нарушение, принимаются необходимые меры. Ну, вот такая вот у меня ситуация произошла. Так что я, наверное, больше не буду делать посты вот в Одноклассниках. Не, я попробую. Если меня удалят, ну, значит, удалят. Вот эту надо, наверное, отредактировать, ее никак, наверное, не удастся. Так как здесь одинаковая. Ну, пока я не буду. Потому что нужно два поста в неделю. Вот эта неделя, да, вот у меня один пост. Вот это у меня второй пост. Да, этот нужно удалять. Еще неделя не закончилась. Я вот этот вот удалю. Это выйдет у меня уже три поста в неделю. А нужно не более двух постов. И не подряд. Вот. Ну, бог с ним. Ну, хоть так. Ну, в целом, я, друзья, довольна баунти-программой. Ну, что ж поделать. У каждого свои правила. Против правил я не пойду. Здесь еще одно есть. Значит, мне что понравилось. Где-то я видела, можно принять участие. Так, создайте сайт. Это не то, друзья. Я рассказал о призм. По-моему, вот это. Акция действует с 1 февраля до 4 апреля. Вроде это. Любой желающий может на любых сайтах оставить сообщение о том, что такое криптовалюта призм, чем она отличается от других. Ответить на комментарий другого человека. Вы вводите в поисковик слова «криптовалюта», «биржа», «отзывы о крипте», «лучшая биржа», «где купить криптовалюту» и прочие популярные запросы. И если там возможно оставить комментарий, то пишите произвольный текст, желательно самостоятельно составленный. Вот. Рекомендуется в YouTube сортировать видео по дате, ну это далее прочитайте. Вот. Ну и заполнить анкету и им отправить. И что они там нам будут? Так. Что они там нам обещают? За каждое сообщение, удовлетворяющее критерии, вам будет причитаться 10 монет
призм. Подведение итогов будет 11 апреля. Вот здесь нужно будет заполнить анкету. Вот, можно попробовать тоже. Я еще этого не делала. Ну, в принципе, на этом все. Читайте руководство вот это, как можно получить бесплатно. И если вы все правильно сделаете, без ошибок, то получите вознаграждение. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!